Инструкция по охране труда для взрывников. У нас в компании к производству ручных работ допускаются только мужчины, достигшие 21 года. Для получения единой книжки взрывника необходимо пройти медицинский осмотр по профессиональной принадлежности и соответствующую проверку правоохранительных органов. Обучение и стажировку в течение месяца под руководством опытного взрывника, а также водные и производственные инструктажи на рабочем месте. Взрывные работы производятся в строгом соответствии с выданным нарядом заданием, о котором делается соответствующая запись в журнале. Каждый взрывник ознакомлен с паспортом ВВР, технологическим процессом и режимом работы взрывного участка, что подтверждается его подписью. Взрывник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка компании, соблюдать производственную дисциплину, одевать и носить соответствующую спецодежду только из хлопчатобумажного материала и средства индивидуальной защиты. Взрывные работы в горных выработках производятся в установленное графиком время. Взрывник несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность полученных взрывчатых материалов, за передачу их другим лицам, за ведение взрывных работ, произведенных с нарушением паспорта буровзрывных работ, за несоблюдение величины установленных зарядов, за несвоевременную сдачу на склад остатка неиспользованных взрывчатых материалов, за ложные показания их расходования. Растрата взрывчатых материалов не по назначению, хищение, потеря и другие случаи утраты подлежат расследованию в соответствии с действующим законодательством, с возможным возбуждением уголовных дел. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и других устройств. Работа начинается с осмотра оборудования и приборов, взрывной машинки, электроизмерительного прибора. Следует проверить работоспособность зарядчика и комплектность рабочего инвентаря, шомпола, обезопаски и зарядного шланга. Проверяем состояние знаков безопасности. При работе с взрывоопасными материалами следует соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках. На складе взрывник получает взрывчатые материалы и делает соответствующую запись в книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов в соответствии с полученной наряд путевкой. Взрывчатые материалы выдаются на основании паспорта БВР. По марке исправления в документах запрещены. Электрозрывная сеть должна иметь исправную изоляцию и надежные электрические соединения. Концы проводов и жил кабелей зачищаются, плотно соединяются. Соединения изолируются при помощи специальных зажимов. Провода электродетонаторов и электрозрывной сети соединяют только с применением контактных зажимов. При отклонениях от нормального хода процесса необходимо незамедлительно сообщить мастеру взрывного участка и следовать его указаниям.